такое упоротое лицо. На него можно и вечно смотреть. Ага. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Виктор. Упоротый цветок. И, конечно же, Спора. Мы продолжаем с вами путешествие по планете Ладошка. Начали мы с маленькой клеточки. А теперь мы большое тверкающее существо. Давайте продолжим. Эх, у вас чешуя. Ну что, вы не ожидали это увидеть? Нет, просто наверняка кто-нибудь пришел в первый раз. И никак не думал увидеть такое. На самом деле это получилось случайно. Это был миньон. Как из миньона получилось это, я не знаю. Но главное, что оно классно бегает и очень классно танцует вверх. Так, насколько я помню, у нас переселение, да, глобальное начинается прямо сейчас. Оскальд заинтересовать, так, переселиться в новое гнездо. Вот как-то так. Ну, поехали. Поехали, побежали по точечкам на мини-карте. Мини-карта ровно за мной находится, поэтому вам не видно. Но я вам честно скажу, я бегу по точечкам. Так, эти наши друзья. А, погодите, нам нужно еще найти какого-то другана, который будет нам помогать во всем. Так, пошли мы туда. Что это там был за звук? Звук ломающегося. Смотри, я боком бегу. Прикольно. Вот, давай вот такого чувака. Что такое? Почему-то я не могу залезть. Во! Телевили вожак. Давай, берем себе команду. Пойдешь? Такой, ага, пойду. Давай. Так, погоди, походу я опять застрял, да? Пип-пип. А, я забыл, что это такое. А я свою любимую тверканул. Ну не сделал, что надо. Ну не сделал. Ну что ты, ну не злись. О, танцевать я тоже могу. Бум, тверкнул. Бум, снова тверкнул. Жесть. Какая дичь, а. Нет, надо срочно, ребят. Сейчас дотанцует. Надо срочно, ребят, переселяться в новое гнездо и делать себе нового монстра. Потому что этот монстр, ну он вообще упорот. Он слишком упорот, чтобы продолжать за него играть. Так, витрили ваши союзники. Во, фрагменты еще нашел какие-то. О, бусиноид. Да бусиноидов завалим, а, ребят? О, их много, кстати. Что, злой, да? На! Ты прикинь, меня это вырубил. Мочи их! Воу! Рубилова! Что, страшно, да? Воу! Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ! Вот это Рубилова, а! Вот это вообще мочилова Рубилова! На! Сзади, смотри! Я как этот, как ассасин его нафигариваю. Вот этого мочи. Вдвоем на одного, это самая правильная тактика. Да что ты жопой-то к нему поворачиваешься? Ты чего? Что это за звук? НЛО! НЛО, я нашел тебя! Ой, я каких-то еще чуваков завалил случайно. Где оно? Где НЛО, ребят? Я хочу, чтобы меня украли. Заберите меня из этого мира. Я хочу быть обычным. О, еще один бусиноид. Откуда ты взялся? Еще могу пожрать его, кстати. Они летят, заберите меня. Где вы? Они забрали... зелененького! Меня, пожалуйста, возьмите! Нет! Меня, вот он я, давай. Свети на меня. Я хороший. Я вам пригожусь. В конце концов, как игрушка. Для девушек. Ну уже. Не оставляйте меня здесь. Им нужны только зеленые. Им нужны только зеленые, ребята. Ладно. Так, я что, вас недоубивал, что ли? Мочи бусиноидов! Осталось-то буквально двоих убить, да? Сейчас, вон они, я их уже вижу. У-лю-лю-лю-лю-лю!
Нифига себе, тут целая орда. Ну что здесь? Два поселения, что ли, было? Все, вальнул. Остальных можно не убивать. Валим, валим, ребята, валим, валим. Валим, нам это не нужно. Нам больше не нужно с ними сражаться. Мы доказали все, что хотели. Мы самые крутые на районе. Ой, это какие-то прикольные, смотри, чуваки. Вообще не стебные. Сейчас мы пойдем с ними познакомимся. Обязательно. Что это? Да вы задрали уже. Какие-то обезьяны пришли к нам в гости. И ракет-вожак. Откуда они взялись-то, а? Засранцы. Ну ничего, сейчас мы их покушаем. Ом-ном-ном. Я наелся. Так, у нас тут одного надо полечить, давай. А прикинь, жрет мясо. Я думал, они эти, травоядные. А они всеядные, оказывается. Половина там чуть-чуть здоровья у него восстанавливается. Ну все, наконец-то, кажется, со всеми разобрались. Какие они смешные, вы посмотрите. Курощип. И танцует. Ну-ка, дайте посмотреть на вас. Блин. Слушай, я думал, я уродское существо создал, но это... Ну это просто что-то с чем-то. У них раскраска еще такая. Ну-ка, давай-ка нам детеныша. Скорость 5. Давай. Танцы! Это что? Это 4. Это слабенькая моя сторона, кстати. Танцы чуть посильнее. Ну, что-то как-то мы с вами их, походу, не заинтересуем. А если я просто буду пищать на них? Ну, давай попищим просто. Давай попищим. Не уходи, давай пищать. Не, не вариант. Хотя, ты смотри, пищу я довольно-таки сильно. Я пищу лучше, чем даже позирую. То есть танцы нормально, танцуем. А вот ты... О! Ух ты! А в этот раз срослось? Не понял, а как так получилось? Там какое-то сражение, ребят. Кускусы какие-то пришли. О! О, брателло-отшельник, я вспомнил его. Его тоже можно в друзья брать. Эй, брателло! Братюня, стой! Не уходи, ты чё застелсился? Ну куда же он? Брателло, вернись. Фига себе, я потанцевал. Так. Хорош, я за братюню, брателло, ребят. Бум! Я вырос. Витя хоть раз вызывал подмогу? У меня настолько большой мозг стал, что аж перевесила задница. Фига себе, сигает. Столько радости. А куда брателло делся? Брателло. О, тигра лапы какие-то, смотри. Тигроконь. Ой, извините, тигроконь. Подписка. Подписка от Flipminder. Спасибо тебе большое. А, я могу уже перейти. Flipmin 228 подписался. Спасибо за подписку. Я помню, знаете что, можно было, по-моему, взять вот этого вот уникального чувака в друзья. Тигролап или как там его, братюню вот это вот. И он потом появлялся на этапе племени в загонщике и что-то давал. Вот это я точно помню, была такая штука. Жгу здесь вкусноты всякой. Только как мне теперь этого братюню найти? То есть я как бы задружился с ним, но надо же его было в это, в группу взять, да? А погоди, это палка. Палка нам не нужна. Валим дальше.
Так, идем ищем братюню. Пытаемся сейчас братюню себе прихватизировать. Там не он ходит. Нет, это какой-то упоротый кускус. Эй, братюня. О, мурчили. Нифига себе, они какие-то злые. Так, я потихонечку все-таки направляюсь к своему поселению новому. В принципе, я могу уже переходить. Но мне бы хотелось все-таки кого-то себе взять. Ой, ты посмотри, как тут далеко еще идти-то мне. Ну ладно, в принципе, если мы с вами не возьмем этого братюню-то себе, почему бы и не оставить его здесь? Нам с вами нужно придумать концепцию существа, ребят. Так, не понял, я застрял. Я застрял в проходе. А нам нужно придумать... Ой. Во-во, еще один какой-то чувак. Добротень. Он охотится, смотри. На жирафосов. Дикий образ отшельник. Дикобраз отшельник, ребят. Эй, дикобраз! А это что за крабик пришел? Видишь, у нас тут позирование происходит. Жит любит позировать. Любит шипы свои демонстрировать. Это я тоже могу. Давай к нам в команду. Давай. Я уже освободил место. Хорош! Тихо! Так. Погодите, погодите. Я сейчас возьму его себе в команду, и тогда можем сражаться. Он вам надерет жопу. Есть, он наш! Супер. Он согласился нам помочь. Зазывало, примите в команду трех существ разных видов. Ну, какой я, прикинь. Ты хотел не со мной подраться, на? На? Что ты думал? Так просто и легко все будет? Нет. Сейчас я съем вам, надеру в заднице. Я какой-то агрессивный прям. Так, детей не бить, тихо. Ее, победа. Сколько я всего добыть-то успел в последнее время. Щупалка какая-то. И посмотри, сколько здесь запчастей у них лежит. Я реально сейчас пока доберусь куда-нибудь. Я уже прокачаюсь по полной. О, еще запчасть. Что-то я, по-моему, не доел, да? Что, а где же братюню-то взять, ребят? Нам нужен братюня. Я ж с ним уже подружился, его осталось только как бы... Эй, хорош танцевать. Мне так хочется братюню. Себе в команду. Всего их, по-моему, трое должно быть здесь на карте, да? Кто подскажет, кто расскажет. Уж какие-то прикольные чуваки ходят. Но я вообще выше расы теперь. Вы посмотрите, у меня 106 жизни. Офигеть, какие они крутые. У них есть страшный рот хищнический. Но при этом они дружелюбные. Молодцы, ребята. Так, палочку рать не будем. Пойдем дальше. В поисках братюни. Так, там какие-то... О, там УЦ, смотри, злые какие-то бегают. Судя по всему. Очень похоже. Что они все такие злые-то у меня тут? Запивай. Во, я нашел свое новое поселение. Да что ж такое-то, сплошные враги вокруг, ребят. Не понял, погоди, а где поселение-то новое? Я потерялся. Я потерялся в этом жестоком мире, ребят. Без братюни я не смогу найти себя. Я еще жрать хочу. Витя, переходи, не томи. Да погоди, да я хоть это... Мне нужно... Ну, причем переходи? Мне нужно сначала переделать себя. Сделать себя красавчиком. Не, конечно, и так красавчик. Но нужно сделать себя еще более крутым красавчиком.
Кушаем, ребята. Кушай дальше, ты чего встал? Так отстаньте от меня, я собиратель. Я просто собираю дары природы. У вас тут лишние какие-то запчасти есть. Я их беру. Я молодец. Идем дальше. Вот они, тверкманы. Смотри, там кто-то уже готов любить меня полностью. Ребята, я нашел вас. Ой, что это они делают? Оу, массовые танцы. Такие вообще топтуны. Я таких видел на дискотеке. Что такое? Они без меня решили поселение, что ли, сделать? А, нет, это просто гнездо. Слушайте, я сейчас столько наберу очков. Потом я все как-то применю. И сделаю себе совершенный вид, который будет убивать всех. На стадии. Следующий. Ну, по крайней мере, через одного. Итак, кто хочет вступить со мной в любовную связь? Сейчас мы узнаем. Эй, чуваки, кто хочет? А вы что пришли? Утык. Утык. Утык, вожак, название классное. Витя, пожалуйста, сделай человека подобного. Смотрите, здесь скрылся бонус прям под грядкой. Сейчас я животом отложу яйцо, погодите. Там уже драка какая-то пошла. Хорош драться, ребят. Давайте жить дружно. Ну, наконец-то. Давайте, все это... Ого. Все это сбрасываем. Есть кнопка сбросить все вообще? Отмена. Есть только кнопка отмены, ребят. Итак. Что мы будем с вами делать? Давайте вернемся к варианту маленькой фигулечки. Какие будут предложения? Ну окей, ладно. Давай пытаемся. Давайте попытаемся изобразить что-то типа УЦ. А, так, нам для этого понадобится длинный стебель. Вот так вот, да? Нужно сделать лицо. А, лицо у него большое. Вот такое. А, единственное, что что-то нужно такое блюдоподобное найти. Ну, что-то более-менее, ну, маловато. Маловато, что-то побольше есть такое? Уцеборж. Уцеборж. Я чё нет-то? Так. Сейчас мы тебя лепестками снабжать будем. Погоди. Ну, какая-то очковая кобра получается, а не уце. Я вам так скажу. Ну ладно, пусть будет так. Боже мой. Что ты делаешь? Прекрати. Ну вот что-то такое. Похоже это на УЦ, я не знаю. Выглядит странновато, конечно. Надо вот ему листик еще повесить сюда. О, вы мне дали листик, говорит. Спасибо тебе, хозяин. Во. Ох. Ну, слишком страшно получилось, согласен с вами. Да и при чем тут глаза не глаза, ребят? Ну, я вижу, что уже не получается. А больше сделать крылья, которые посередине? Да, да уже больше некуда. Я их могу только вытянуть. Да не, ну тут реально не хватает чего-то. Смотри, как я извращаюсь. Как это передвигается, интересно? Мама. Оно еще задом наперед передвигается у меня. А я что, вверх и вниз перепутал или что? Я не понял. Почему так странно двигается?
Полная дичь. Все, нафиг. Давайте, мы УЦ не будем делать. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Витя, что попробовал. Я должен услышать. Но нет. У нас с вами снова какая-то непонятная червячатина. Что, можете за червяка играть, реально? Ну а почему бы и нет? Но червяки тоже хотят. У меня творческий кризис, ребят. Я не знаю, что сделать. Я вот пытаюсь вот хоть что-то подумать, придумать, и у меня не получается. Давай попробуем что-нибудь животноподобное сделать. Ну, я конечно, тот еще делатель животноподобного, но давай попробуем. Давай, четыре ноги. Так, четыре ноги. Ходуликин какой-то, ходулик, как-то какаль. Так, это задняя нога будет. Так, уже своеобразно. Уже нравится мне. Так, довольно мощная такая будет задняя филейная часть. А, так, и передние ноги. Передние ноги у нас будут передними. Это не похоже на передние ноги. Вот это вот похоже на переднюю ногу. Во! Смотри, уже что-то вырисовывается. Тут тоже надо мышцы подкачать. А вот здесь поменьше мышцы надо, поменьше. И сами лапы какие-то гигантские слишком. Блин, это какой-то звероконь получается. Может, это собака? Оф-оф. Как-то реально беременная полукенгуру, полу что-то непонятное получается. А если приподнять? Блин, это какой-то тиранозавр. А где здесь нога-то? Куда лапа делась? Ладно, потом сделаем. Ты посмотри, какая кошатина у нас крутая. На обезьяну похож, правда, но ничего. Я сейчас реально что-то изобрету, ребята. Новое существо, которое вы никогда не видели. И которое, когда вы увидите, зубодавка. А что нет-то? Черт, а что у тебя с головой? Если бы я такое встретил, я бы, наверное, так обосрался. Это похоже на, знаете, на телохранителя, такой двойной подбородок. Надо руки взять. Надо взять руки. Давай возьмем руки. Хорошо. Вот. Нормально? Или погоди, давай кентавр. Опа! Как давно я не видел этого доната. Я поддержал на 404 рублей со словами: Витя, у меня новость. Ты не поверишь. Мама сшила мне штаны из березовой коры, чтобы папа не потела, не кусали комары. Да ладно, я придуриваюсь. Всего наилучшего. Так, погоди, я кентавра начал делать уже. Блин, какая дичь. Черт, как кентавра-то сделать? Я тот еще игростроевец. Видали, какой у меня кентавр будет? Это будет супер кентавр. Все, я понял, ребята. Я понял, что мы делаем с вами. Мы делаем с вами кентавра. Брутального кентавра. Не ори. Ты брутальный кентавр. Так, он слишком длинный получился. Это вупсень. Или пупсень, я не знаю. Неплохо, говорит, получилось. Этот рот просто сюда не подходит. Вот по чесноку, да? Вот это точно вупсень, ребят. Даже не отговаривайте меня. Я буду делать вупсеня. Очень странное существо. Моржанок какой-то. Что это за покемон? Это вупсень с хвостиком, как видишь. Так, ну все, мощно уже получилось. Мне нравится даже форма его рук. Вот здесь, наверное, только она чуть побольше. Мощнее, уже сильный вупсень. Блин, бред какой. Сильный вупсень. Кто-нибудь видел сильного вупсеня? Нет, а я вам покажу.
Окей, так, ладно, давай пошли глаза ему сделаем. Хитрые глаза. Вупси не хитрые глаза. Оу. Это Вупси девочка. Боже мой, как это мило. Это китайская Вупси девочка. Такое упоротое лицо. На него можно и вечно смотреть. Вупсильда. Я могу посмотреть это лицо. Блин. Ладно, давай другие глаза попробуем. О! О! Нормалек? То, что надо? О! Почему я вижу свою жопу? Опять. Во! Круто же! Круто! Блин, вообще прикольное такое существо получается. Так, Джа-Джа, точно, Джа-Джа Бинкс. Только это удлиненная версия. Это лимузин. Это, знаете, как на свадьбу берут, выпиливают середину машины и вставляют. Вот то же самое я Джа-Джа Бинксом сделал. Не, а что, прикольный получился, мне нравится. Забавный. Так, ноги мы все поставили, руки поставили, упоротые глаза есть, рот есть, вместо ушей крылья. О, точно, Джа-Джа Бинкс. Ой, какой классный. Ты посмотри, милаха. Так, ну кажется, с лицом мы почти закончили. Так, а маскировка, маскировка, ребят. Что такое маскировка, где взять? Вот, маскировка. Сделай пупок. А я не знаю, как его сделать. Дрыглей? Дрыглей. Погоди, дрыгли же нужна будет, да? О, это соски получились. Так, пупок. По-моему, вполне себе законченный вид имеет наше существо. Покрасить надо его? Нет, кричит оно. Не красьте меня, пожалуйста. Во, нормально, смотри. Идеал. Идеал я нашел. Он вроде и не блестит сильно. Но при этом и нет вот этих убогих непонятных выщербленных на нем. Ну что, создаем? Как мы назовем это, ребят? Джа-Джа Вупсень. Он, конечно, на Джа-Джа не похож. На Вупсень он не похож. Но почему бы не назвать его так? Тем более у него очень интересный, захватывающий цвет. Получился, мне очень нравится. Прям выделяется. Очень красочное животное. Мне вот самому понравилось. Я потратил на его создание полчаса, наверное. Но это того стоило. Теперь я прям смотрю на него и наслаждаюсь качественной сборкой. От Витька. Эй, я прокачал тебя, Вупсень. Как-то так. Погнали. Ой, что сейчас будет? Сейчас я их увижу в натуре. Сейчас они так двигаться будут, страшно. Нормально я вырос. Слушай, прикольно. Я могу прыгать. Так, что я еще могу? Прыжок, пробел. Что-то я как-то слабо летаю, если честно. Но я летаю. Я летающий Упсень. Джар-джар. Так, что у нас еще есть? Маскировка. Стелс. Пошли кого-нибудь убьем. Нет, не их. Где-то там. Давай нападем на кого-нибудь. Кус-кус, давай. Сейчас мы ему сделаем больно. Сейчас я на него с разбега. На, из инвиза, ты прикинь. Фигак, фигак. Вот так вот. А? Все? Слушай, круто. Мне нравится.
Надеюсь, вам тоже. Что это было сейчас? А, это ко мне кто-то пришел. Ты что, на Вупсине наехал? Вупсинь, Вупсинь и его друзья. Всем устроили кирдык. Так, может быть, хватит, кстати, убивать? А то я сейчас потеряю ветвь развития. О, адаптация. Да, мы все еще адаптация. Ну что, погнали. Нечего здесь больше сидеть. А опять переделывать? Зачем? Я уже все сделал, что хотел. Я могу просто нажать окей. Ты на какой путь идешь? Adaptation. Я еще таким путем не проходил. Очкент пишут. Ребята, я тут подумал. Почему палочки просто лежат посередине? Что если мы будем палочкой стучать? Ага. Сильно стучать. Очень сильно стучать. А если будем стучать сверхсильно? Смотри, сейчас замахнулся такой как... Та-даш! И там трещина через весь мир! Ха-ха-ха-ха-ха! Я, говорит, зажег огонь. Я уже и забыл про это. О, я еще и шаман. Нормально. Поздравляем, вы готовы перейти на этап племя. Да, ребята, именно так я в игры и играю. Эпичность, и пхренак. Мутача! Ача-ча! Хайка! Будьте бдительны, ваши подопечные научились высекать огонь, мастерить инструменты и возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена. Ваши будущие соперники, будьте бдительны. Да уж, будьте бдительны, как говорится. Да, здесь уже совсем другое управление. Племя. Я, как обычно, не помню, что здесь можно делать. О, друзья, привет! Вы до сих пор еще на прошлой ступени развития. Ха-ха-ха. Ладно. Не будем издеваться над бывшими друзьями. Теперь они, как говорится, работают на нас. Молоко там с них доить можно будет. Или горох, я не знаю, добывать из этого стручка. Ладно, давайте пока на этом закончим. Я жду от вас, честно, сильно жду подсказок по поводу этапа племя. Я забыл все. 2 года назад играл последний раз. Конечно, все забыл. А пока ставьте лайки, подписки, комментарии, пишите. С вами был Виктор. УЦ, которую я пытался сделать, но не смог. И... Вупсень. Тот самый Вупсень, которого я все-таки сделал. Правда, немного другим. Всем пока.